Здравствуйте, меня зовут Никита Малахов, я студент Института культуры и искусств при Театре школ драматических искусств. Я с детства занимался профессиональным хоккеем, но это не помешало мне заниматься и бальными танцами. Я редкий вид актера, который имеет технический склад ума. Спросите, как я попал в эту профессию? Все очень просто. В школе меня попросили прочитать стихотворение на День учителя. И так я попал сначала в театральную студию, впоследствии поступил в театральный институт, и вот по сей день занимаюсь этим ремеслом. Развиваю в себе новые грани и готов много работать. Все, всем спасибо, до свидания.